Что делать, если у нас на Валдарке такой выводок? Куда их девать, сколько? А потом что будет через полгодика? Еще не все. Вон сидят еще. Да. Весело, ничего не скажешь. Ну что, барбосы, сколько у вас тут? Целая куча. Целый десяток. Плодовитая оказалась. Да. Так что готовьтесь, будут вам новые собачки.